советом в СМИ. Это молодящиеся баба-яга. Валера засмеялся, громко, правильно. Молодящиеся баба-яга. Я запомнил. Во-первых, я запомнил, кто написал. Если это в интернете выжил, вот тот, кто написал, вот это ты. А я не молодящаяся баба-яга. Спасибо тебе большое. Пусть тебе твои слова, что так еще раз вернутся. Маме, папе, привет. Большой поклон. И спасибо тебе за то, что ты сказала. Ты меня услышал и поняла. Let's go.